канале. Да, и у нас сегодня последний день нашего отпуска, да? И мы хотим вам показать, как мы научились плавать. Смотрите, Соня плавает и кружится. О, вот это да! А плыви ко мне. Плыви, плыви, давай, давай, давай. Вот как... Давай, вот рука, быстрее, быстрее, быстрее. Вот как наша Соня плавает. Класс, ну ты молодец. Ну как, будешь скучать за морем? За Турцией? Будешь скучать? Ну классно мы отдохнули, правда? Много набрали впечатлений, да? Побывали в разных, на разных экскурсиях. Просто класс, да? Отпуск удался. Ты снимаешь? Соня снимает сама себя. Соня! Ничего себе, как ты сделал! Вот это прикол! У нас сегодня последний день, мы уже собрали чемодан. Да, вот. Вот. И последний раз идем в бассейн купаться. Да. И на море. Сегодня ночью мы улетаем домой. Конечно. Соня очень довольна, что мы сегодня едем домой. Она соскучилась по дедушке и бабушке. Да? Да. Соня несет сумку на пляж. Пошли. Я быстрее. А мы до двери. Ай, опять я проиграл. Я. Да ты, конечно. Да, я. Ты. Пойдем. Выходим. Солнышка уже нету, но тепло все равно. Идем на детский, да, бассейн? Только там отключили уже фонтаны. Соня! Дайте мне карточки от полотенца. Пошел один за полотенцами без карточек, да? Что тебе, да? 5. А тут, как всегда, места нету. Кажется, я нашел дырку в этом, смотрите. О, Булька, смотри. Нашел дырку в твоем круге. Ну давай, показывай. Как ты плаваешь. Кажется, дождь начинается, да? Надо быстрее идти домой. По-моему, дождь. Класс, да? Под дождем мы еще не купались. Соня кушает в столовке. Вкусно? Вкусно? Тебе нравится местная еда? Да? Ну, приятного аппетита тебе. Человек-волк.
Ты куда ты летишь? На самолет. На самолет летишь? Да. А самолет куда полетит? Ну хорошо. Так, сколько времени сейчас? Почти 4 часа ночи, а Соня себя чувствует бодрячком, да? Вот мы прошли регистрацию. Сейчас пойдем сравним турецкий duty free и украинский, да? Посмотрим, что тут интересного. Пойдем? Пошли. Класс, это что-то интересное такое. А вот тут всякие турецкие вкусняшки. Пахлава, все можно тут duty free купить. Смотри, какие штучки всякие, шкатулочки тут. А вот смотри, какие котики прикольные, Сань. Смотри, какой котик. Так, что тут еще интересное? Всякие турецкая символика различная. Вон турецкая кукла, смотри. Это ж мы были в аквапарке, да, и такой был там на осле, да? Да. Класс. Точно, это же он был там. Ты видишь, какой прикольный. Только там был он в 100 раз больше, да? Вот это класс. Соня, такую шапку не хочешь себе турецкую, да, померяем? Ой, большая. Соня турчанка. Не, она на тебя большая. Пошли в другой сходим. Тут нет ни киндеров, ничего такого. Так, мы нашли в Duty Free Kid Store. Все для детей. Игрушки, наверное, всякие. Сейчас посмотрим, если что-то найдем. Что это такое? Кошечка с глазами. Класс. Тебе нравится такое? Там белочки. Вижу. А он мишка какой прикольный. Ну идем посмотрим еще. О, так это ж чемоданы, на которых можно кататься. Смотри, это чемодан-автомобиль. Садишься на него и кататься можно. Это можно тебя везти. И кататься, вон, видишь? Прикольно. Соня, идем еще глянем. Смотри, какие тут куклы прикольные. Это Monster High. Monster High, ты ж любишь, да? Это не Monster High, это какое-то другое. А вот Monster High, Барби. Собачка. Где? Идем посмотрим собачек. А вон смотри, Hello Kitty, какие прикольные. Ха-ха-ха, класс. А какие они, мягкие, твердые? Непонятно. А, не знаю. А это, наверное, это копилка. Это Hello Kitty копилка. Видишь, тут вот для монеток разрез есть. Дырочка для монеток, это копилка такая. А вот какие-то куклы прикольные. Вот My Little Pony тут. А вот смотрите, киндеры, как в нашем Duty Free были. Мы их тоже видели такие. А вот наборчик, который мы открывали.
смотри. Вентиляторы. Я хочу новый какой-то вентилятор. Во, такого, кстати, у нас не было, вот таких M&M'сов, музыкантов. Смотри, какой свой. А этот на трубе играет, смотри. Это будем целый концерт. А вот барабанщик, наверное, прикольный. Ты видишь, какие прикольные? Класс. Таких у нас еще не было. Да, таких мы не видели. Вот концерт. Видишь? M&M's играет нам концерт. Класс. Тебе понравилось? Смотрите, какие здоровые жвачки. Большой, большой упаковки. Я тоже хочу жвачку. Да? Ну, купим сейчас. Мамочка, я хочу жвачку. Орео. Такое, смотрите, в стаканчике. Орео. Что там? Печеньки. Пошлите дальше. Таблерожки в такой упаковке. Маленькие таблерожки. Мини. Мини таблерожки Милк. Шоколадки Милка. О, вот еще M&M's, смотри. Вот тоже эти музыканты. Тут тоже пусть поиграют нам, да? Все, мы их всех включили. Пусть они все играют. У нас концерт. А, этот барабанщик еще палками дергает. Там не дергал. А этот... А вот таких тоже в нашем дютике не было. Какие-то коробочки. А, и вот таких не было. О, классно, это, как автомат, знаешь, что из жвачки. Вот мы уже пришли на свой гейт, но самолета нашего еще нету, да? Он еще летит, наверное. Скоро прилетит, и мы на нем обратно домой полетим. Кажется, прилетел наш самолет. Такой огромный. Огромный? Да. По-моему, маленький. Ну, большой. Да? Да, большой. Не маленький. Вот мы уже и в самолете, да? Да. Ну что, пристегивайся, ты же умеешь уже? Нет, я не могу. Ну, сейчас мама тебе поможет. Вот так, щелк и все. Ну, да, Соня возле окошка, будешь смотреть? Да. Класс. Соня, смотри, родная земля, тут пасмурно, что солнышка нету, да. Ты выспалась в самолете? Да, а ты никуда не улетишь. Смотри, куда мы прилетели. Дорожка не работает. Это не работает. Где наши чемоданчики? Ты сам видишь? Едут? Что пока не видно. Ты если увидишь, сразу хватай. Это не наш?